бижутерия, да, которая прям как произведение искусств. Я бы даже не побоялась, сравнила. Это и статусно, и нежно. Бояться попробовать что-либо новое. Этот комплект из керамики, он настолько меня поразил, что сподвиг на покупку полностью образа. И очень деликатно. Тема украшений считается одной из наиболее сложных в процессе создания стильного образа. Как отмечают специалисты, чаще всего дамы признаются, что не умеют подбирать бижутерию к наряду, а потому и совсем ее и не носят. Очень часто женщины боятся попробовать что-либо новое и находятся в плену своих каких-то классических принципов и интересов. И чаще всего мы предлагаем следующее. Давайте поиграем в игру «Какой я хочу быть сегодня». И независимо от их наряда мы начинаем просто надевать различные украшения по тематике, спрашивать ощущения, что вы чувствуете именно в эту секунду. Такой эксперимент состоялся и на модной практике проекта «Модель X». Надежда Булатова, управляющая сети салонов украшений, подобрала для всех индивидуальные комплекты, соответствующие сегодняшнему впечатлению о каждой участнице. Говорят, что украшения на каждый день – это колье, либо просто привычные серьги. На самом деле, я предлагаю попробовать нечто немножко другое. Это дополнить любимые серьги классической брошью и красивой подборкой из колец. Если говорить о свободном городском стиле, конечно же, нельзя не упомянуть о свободных подвесках. Сейчас актуально использовать непривычные варианты, да, когда у нас идет подвеска и один классический элемент. Можно сочетать разные варианты украшений. При этом не забывайте, что, как и в любой композиции, у нас должен быть всегда центральный элемент, если вы создаете отдельную подборку. Центральным элементом у нас в данном случае является активный камень красный и нежная подвеска из листочков. Игривость, женственность, легкая наивность, конечно же, это должно присутствовать всегда в каждом образе, да, в каждом гардеробе. И, конечно же, отличным вариантом станет колье-подружка в классическом исполнении из муранского стекла. Это и статусно, и нежно, и очень деликатно. Если вы поклонница классических вариантов украшений, тогда вам, скорее всего, станет интересно украшение из керамики. Например, такой вариант мы подобрали из сережек, браслета и колечка. Керамика – отличный способ освежить и разнообразить повседневный образ. В последнее время мировые дизайнеры увлечены стилем барокко, стилем рококо. Вот как, например, создать современный образ с яркими, да, с активными рукавами, это дополнить классическими нотками муранского стекла. Здесь у нас представлен и венецианский бисер, и крупные бусины. Это создает нотку романтизма и при этом делает образ дорогим и стильным. Мне кажется, что Оксане не хватает легкой романтичности и то, что называется такой трепетной сексуальности. Поэтому я и предложила, конечно же, выделить свой образ, свою прическу длинными серьгами. Кстати, это рецепт для всех, как за считанные секунды сделать классический кажуальный образ на каждый день нежным, романтичным и женственным. Конечно же, с помощью длинных сережек из натуральных камней. И как это часто бывает в подобных ситуациях, главное начать, а потом уже не остановишься. Да, конечно, я ношу аксессуары, в основном серебро, конечно, предпочитаю. Но вот в данной ситуации, как бы здесь мне подобрали комплект, он такой летний, нарядный, весенний, женственный, ну, мне понравилось. Однозначно открытие произошло, потому что я не знала, что такое керамика в бижутерии и что такое муранское стекло в бижутерии, в украшениях. Обычно золото, серебро, недорогие аксессуары и бижутерию в обычной жизни. В данном случае вот этот комплект из керамики, он настолько меня поразил, что сподвиг на покупку полностью образа. Казалось, что с помощью аксессуаров можно разнообразить гардероб, банальный белый вверх, темный низ. Правильно подобранные аксессуары добавляют изюминки, повседневный образ. Ну и муранское стекло, конечно. Удивило, поразило. Есть бижутерия, да, которая прям как произведение искусств. Я бы даже не побоялась, сравнила. Очень красиво, необычно, тонко, ювелирно и
изящно, грациозно. Восторг. Самое лучшее для женщины – это пробовать новое. Когда мы пробуем новое, мы, естественно, расцветаем, мы становимся что-то необычное, да, мы привносим нечто новое в свою жизнь. На самом деле, если исходить из и выражаться в рамках украшений, прежде всего, украшение – это индивидуальность. Я очень часто говорю, выбирая свое украшение, вы выбираете свое настроение на завтра. И, конечно же, у нас мы стараемся собрать настолько разные украшения, потому что все наши женщины, да, нашего города, они разные. При этом, при всем, они нуждаются в какой-то вот нежности, возможности рассказать о себе и своей души